Всем привет! Всем доброе утро! Всем привет-привет! Всем привет! Короче, мы сегодня молодцы, потому что мы проснулись. За это нам нужно дать медали, награды. Да, две. Каждому. В общем, Катя у нас, знаете, что сейчас утром сделала? Замариновала курочку, которую мы будем, ну, завтра с тобой повезем. Я, кстати, показывала то, что ты купила, вот эти всякие штуки для, ну, в чем мы продукты привезем. Нет, не показывала. Пойдем. В общем, так как мы сегодня будем готовить, ну, в частности, Катя будет готовить, я так чисто морально поддерживать. В общем, кстати, мы еще узнали сегодня, туда, куда мы едем, там не будет ничего, где можно будет разогреть. Да, там не будет ни плиты, там ни плиты, ни микроволновки, короче, не будет. Только холодильник. В общем, день рождения будет в зеленом цвете, по крайней мере, посуда будет зеленая, потому что там в магазине был еще голубой и розовый цвет, я говорю, ну не брать же розу. Ну и был белый, банальный белый цвет. Ну белый не захотел. Белый не очень, вот зеленый, очень яркий. Взяли бокалы для шампанского. Да, одноразовые для шампанского. Тут как раз 8 человек, у нас будет 8. Такие стаканчики зеленые одноразовые взяли. Тарелочки, здесь их сколько раз, два, по-моему, 4 штуки, салфетки здесь. Да, ну тут можно будет какую-то нарезку выложить и фрукты. Да, там я буду делать закусочки с этой, с креветками. Вот здесь две тарелки, здесь будет салат. Будем делать наш по семейному рецепту цезарь, не такой обычный, как там в магазинах продают, а цезарь наш с курицей, с грибами, с сыром. Вот. Взяли свечки. Я не знаю, с чего, куда мы втыкнем их, потому что у нас торта не будет. Мы не покупаем торт, что мы будем весь день на солнце, и как бы тортик может просто, ну, пропасть, испортиться. Ну, будут фрукты, поэтому мы воткнем их. А воткнем в ананасик. И буду задавать. Кстати, нужно будет не забыть эту штуку для ананаса. Да, и зажигалку. Усядь, на тарелочки! Кыш. Она думает, это ей туалет привезли. Вот, такие вот зеленые обычные одноразовые тарелки, с них будем кушать. И также мы взяли одноразовые вилочки, ножики, такие под цвет металла, как будто настоящие. А это что за звук был? Позвонил кто-то? Ты вот так вот делала, и она скрипела. Все. А в этом пакете мы... Я искала эти таперы, господи, как они называются? Я не знаю, как по-русски называют. Бандехи, блин, это тоже на испанском. Короче, такие пластмассовые коробочки, одноразовые, куда кладут еду готовую, когда вы идете там покупать еду в супермаркете. И там в таких коробочки, ну, как бы тебе накладывают еду в прозрачные коробочки. У нас таких я нигде не нашла. И мы, в общем, в один из магазинов зашли и увидели вот такие коробочки. Они алюминиевые, с картонной крышечкой. И потом вот это загибаешь края, и как бы получается все закрыто. Вот мы взяли две упаковки таких. Также взяли шпажки со звездочками зелененькими. Буду делать креветки. И вот для курицы и картошки взяли вот такие вот две. Большие, чтобы выложить, да, чтобы было удобно. В общем, вот то, что мы купили для дня рождения. Да. Вот, ну и чуть позже, когда уже ближе к вечеру, мы начнем готовить. Я уже замариновала курицу. Ну да, потому что, я думаю, прям ближе к ночи будем. Да, я ночью поставлю это все жариться со всякими специями. Взяли, кстати, домашнюю, поэтому она такая желтая, потому что она намного вкуснее, чем обычно. Да. Вот, и буду готовить цезарь, картошечку. Закусочки. В общем, так потихонечку. Вот. Ой, в общем, ребят, решила я пожарить блинчиков. Не знаю, что-то так блинов захотелось. Поэтому сижу, стою здесь, жарю блинчики. И поставила размораживаться фарш. Я сделаю блинчики фаршированные. Нарежу лук и обжарю вместе с фаршем. И будут вот такие вот блины. Потому что сегодня все равно нам чем-то... Да. Все равно нам сегодня питаться чем-то нужно. Мне еще ночью готовить. Вот. Так что решила заняться блинами. Замесила такую вот миску целую тесто. В общем, сегодня по памяти делала тесто. Замешивала. Потому что
Не знаю почему, а тесто на блинчики я постоянно забываю, хотя там очень все элементарно и просто. Вот, сегодня я решила, все, не буду никуда подсматривать, буду вспоминать самостоятельно. И очень хорошее тесто получилось, блинчики тоненькие, такие с пузырьками, я такие люблю, и Ваня такие любит. Так что у нас тут все. Чики-пуки. Кстати, купили сковородку для блинов в Икее. Вообще суперская вещь. Обалденная. Классно на ней жарить блинчики. Так. Все. Жарится. Вот, смотрите, что получается. Этот немножко у меня будет потолще, что я немножко больше налила теста. И вот они здесь такие красивые, румяные блинчики лежат. Вот. Вот так вот я и проведу сегодня, не знаю, наверное, часа пол точно на кухне, пока пережарю все блинчики. Пока я занимался очень важным делом, играл в буфу, Катя настряпала кучу пельмешек. Пельмешек хотел сказать, блинчиков. Блинчиков с фаршем. И там грибочки и лук, да? Грибочков не было, да? Грибочки для салата. Ай. Ну вот. Сейчас мы попьем чаек. Это будет наш обед. Да, это наш будет обед. Ну да. Вкусняйте. Красота, я давно не ел блинчики. Я уже прямо захотела, да? Но я все никак не решалась. Ну бывает такое. Полдня потратила. Но зато очень вкусно. Да? Ну, не знаю, что будем пробовать, но я думаю, да. Давай посмотрим фильм. И начнем. А? И начнем, да. И потом я хочу покупаться, еще хочу сделать маникюр, педикюр. Если бы сегодня был другой день рабочий, я бы пошла в салон, чтобы мне сделали. А так сегодня все закрыто, буду делать, как всегда. Сама. По старинке. Вот. Ой, чуть я устала. Ой, ты моя. Хочу упасть. Так падай. Смотри, как надо падать на диван. Главное не промахнуться. Да, главное не промахнуться. И не упасть на ноутбук. В общем, видите, у нас начинает темнеть. А это говорит о том, что мы начинаем готовить. Да? Да, мы будем готовить вместе, да, Зар? Ну, я так тебя буду чисто морально поддерживать, потому что от меня толку мало. Да, поставлю варить яйца. А как же FIFA без меня? Кстати, о FIFA, не о FIFA. Мы вчера смотрели один классный фильм. Я вообще так рыдала, я так плакала, просто... В общем, мы вчера смотрели фильм, называется «Вторая жизнь Уве». Вроде Уве. Уве? Да, Уве. Уве. Вроде на английском пишется через О, Ове. Короче, неважно. Вот, и фильм очень классный. Поначалу немножко такой, ну, непонятный, странный, странноватый. Вот, но когда вы начинаете его смотреть, как бы проникаетесь фильмом, то, конечно, круто. Нам этот фильм очень понравился, да? И вообще оценка у фильма очень высокая. Короче, фильм классный. Кто любит всякие истории, такие... Знаете, про дедушку старенького. Почему? Да. Теперь я понимаю, почему многие старички вот очень такие злые. Вот злые, знаете, такие забияки, раздраженные. Вот посмотрев этот фильм, просто сразу же понимаешь, почему они так себя. Мне кажется, растут. Была и цель этого фильма показать, почему такие бывают... Ну... Бабулечки и дедулечки. Озлобленные. Обязательно посмотрите этот фильм. Мне вообще... Короче, мы посмотрели, и реально классный фильм. Не знаю, кто посмотрит, потом отпишитесь в комментариях, понравился вам он или нет. Но я думаю, он в принципе должен всем понравиться. Потому что мы читали комментарии. Я когда всегда скачиваю фильмы, я смотрю на оценку, чтобы оценка была, ну, хотя бы где-то 5.5. То есть от 5.5 и выше. А у этого фильма вроде было 8.2, то есть достаточно высокий балл. Вот, и я уже знал примерно, что фильм будет хороший. Конечно, не всегда совпадает оценка критиков там или кинокритиков с
тем, что, ну, мы посмотрим фильм потом с Катей, и мы такие, не, чуть не очень. Что-то мы не посмотрели. Да, или мы не поняли ничего, или невнимательно смотрели, ну, в общем, не всегда совпадает, но в этот раз было круто. Фильм нам понравился, и посмотрите. Вообще супер. Повтори еще раз название. Вторая жизнь Уве. Он вроде недавно вышел только, он 16-го года, вроде, если не ошибаюсь, или 15-го. В общем, хороший фильм. Шведы. Я, знаете, путаюсь всегда Швейцария и Швеция. И Короче, вы поняли. Там, где синий желтый флаг. Икея где? Да? Подожди. Икея? Сейчас ты наговоришь. Не-не-не, у Икеи флаг, у них же флажки эти. Шведские. Найс. По-шведски. Как они называют альбомбигас по-русски? Альбомбигас. Фрикадельки? Фрикадельки, да. Вот, в Икее подают фрикадельки. Такие, знаете, на картошку. Вот. И на них втыкают всегда флажок. И там нарисован флаг. Швед. Швейцария. Ну, я не помню, Швейцария это или Швеция. Блин, да, ну что, один флаг, это есть швейцарские часы. Ну не шведские же часы. Вот, это не то. Нам нужны другие, нам нужны икеевские. В общем, вот. И Катя уже начинает. Я, наверное, не буду мешаться, приду, прилягу и буду лежать. У меня же спина болит, ты что, забыла? Смотри, я показал эмоцию боль, если кто не понял. В общем, это наша курочка, которая сейчас пойдет туда, туда, и будет там готовиться. Тут у нас варятся яйца. Для чего нам яйца? Для салата цезарь. Yes. Потом у нас креветочки есть. Я думал, две упаковки. Одна упаковка креветок. И курочка. Курочка нам для обжарки и тоже в салатик, да? В салат, да. Вот, и, кстати, личуга. Айсберг вроде айсберг, называется. Да. Айсберг? Айсберг? Я угадал? Да, угадал. Молодец. Молодец. Включи какой-нибудь музон, что-нибудь. Я говорю, сейчас фифу включу и будет весело всем. Давай чисть картошку. Ну, картошку я почищу, а потом чем-нибудь заниматься. Будешь резать мясо, будешь резать грибы. Да ну, это ненормально. Когда... Я, кстати, сегодня сыграл 3 матча в FIFA, и все 3 проиграл вообще непонятным образом. И мне это... Вы бы видели его ярость, как он тут вообще... Это не дело, потому что я люблю... Вот поиграл, выиграл, и спокойно уже выключаю приставку. Но когда я 3 раза проиграл, и потом выключаю приставку, у меня остается такое ощущение, как будто что-то я не сделал. Вот, не дело, короче. Надо это дело наладить, да? Да, все! Все, отправили? Отправилось, да. Все. Кстати, а ты его сейчас, оно приготовится, потом куда мы его уберем? В холодильник? И оно там замерзнет? Ну, пока оно остынет, оно будет так. А картошка где? Картошка отдельно будет? Да, картошка будет отдельно, потому что объемы большие, и все вместе не получится сделать. Бедняжки. А сколько картошки нужно почистить? Не знаю, на глаз будем чистить. Прикиньте, у меня фарша не хватило на... 3 блинчика? На 4 блинчика. 4 блинчика, но как раз утром можно будет сладкие блинчики поесть. Надо будет, кстати, завтра позавтракать. Хотя, а у нас вот что. Мы можем и с фаршиком, и сладенький поесть. Вот, в общем, я пошел картошку чистить. Так, ну что, Катюша у нас практически все уже приготовила, да? Да, осталось дождаться, когда сделается картошка. Угу. В принципе, все готово. В общем, уже начали поступать поздравления, так как в России уже 12 часов ночи. Да, вот, и Катя уже все поздравляют. Вот Катя так хочет... что большое спасибо! Хотя мне еще день рождения наступило вот, ну, на данный момент. Ну, когда вы смотрите, равно. Дело в том, что у меня была открыта отличка ВКонтакте, об этом многие знали. В общем, и как стукнуло 12 часов, у меня просто личка начала разрываться. Мне каждую секунду приходило по несколько сообщений. В общем, я ее пока закрыл. Если хотите поздравить, пишите в комментариях, ну, потому что у меня телефон просто разрывался. Я пока закрыл. Потом, может, через дней 5 там открою. Но пока будет закрыто. В общем, всем, конечно, большое спасибо. Напишите в группе, у нас группа есть, там вы можете поздравить. Или, ну, лучше не предлагать.
предлагать новость, а где-нибудь в комментариях. Там мы везде все прочитаем. Вот, а еще лучше в комментариях под влогом, да? Да. Большое-большое-пребольшое всем спасибо. Я уже все сделала. Я уже даже одну сумку собрала. Осталась сумка с напитками. Моя практически. Да. Да, мне, кстати, будет 23, так что я догнала Ваню. На какой-то... Так каждый год. Да, на полгода мы с Ваней... Ну, какие полгода? 4 месяца. Мы с Ваней одногодки. Ну, как бы вот этот промежуток времени. А потом Ваня опять будет на меня старше. На меня старше? Да. Я буду на Катю старше. Да. В общем, мы хотим уже попрощаться. И сейчас завтра пойду будет... куб-куб-куб-куб делать. Ты смотри, что с моими ногтями. Жесть. Классно. В общем, мы не говорим, что у нас завтра будет, потому что если что-то там не получится или что-то еще, короче, чтобы не расстраиваться. Хотя... Все увидите, да, все завтра 2 будет. Августа. Да. Вот, но мы надеемся, что все пройдет так, как мы запланировали. Хорошо. Да? Все будет хорошо. Да. Продуктов взяли много, хотя мы там будем не так много времени. Мы целый день там будем с 10 утра до 7 вечера. Ну, да, с другой стороны, и там много. У нас будет очень много. У нас будет... Сейчас скажу, я сколько? Я выкинул свою селфи-палку. У нас будет 4 девочки и 4 мальчика. Эти 4 мальчика захотят кушать. Да. И все съедят. Мы вообще же... спортивные все. Ну да. Мы же не едим. Вы же вообще же не питаетесь ничем. Нет. Ладно, мы все. Воздухом. Солнце. Все, я оставляю на себя картошку. В общем, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока. В общем. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.